Вася, Женя, и перекроете его, а к Мише прижметесь. Зачем? Кто-то в музыку точно появится. Давайте еще раз попробуем. И ангелу, и черту! Добрый вечер, дорогие друзья. Я, в общем-то, как-то, не скажу, что случайно оказался сегодня в Челябинске, но отчасти случайно. Вот, и это совпало с такими вот замечательными гастролями. Кстати, для тех ребят, которые через там, минуту буквально выйдут на эту сцену, эти гастроли очень ответственные, потому что они первые. Ребята эти очень молодые, и сам театр, который представлен сегодня здесь, он тоже очень молодой, но... Смею вас уверить, достаточно профессионально. Сегодня будет представлен спектакль, который называется «Дубровский». Он написан по мотивам известной повести Александра Сергеевича Пушкина, моим соавтором, коллегой, автором либретто Кареном Кавалеревым. Нужно сказать, что мюзикл идет успешно во многих городах России, не только России. Вот, и сегодня вы станете тоже зрителями этого спектакля. Я хочу, чтобы вы чувствовали себя абсолютно свободными. Если вам что-то будет нравиться, мы хотим, чтобы реакции ваши были очень яркими. Также не стесняйтесь, аплодируйте молодым артистам. Это очень важно. Просто проверить, как в Челябинске их примут. Они волнуются сейчас за кулисами. Так что мы пожелаем им успеха сегодня. Вам приятного просмотра. И надеюсь, что вам спектакль этот понравится. Спасибо.
учения с женишком. Через Кистенёвский лес поеду. Счастье, что задается.